В очередной восьмой серии сериала «Декабристка» Илин увольняет Зину. Уварова хочет отправить сына в Москву, но узнает, что мама серьезно больна. Илин отдает Савельевой все сбережения за молчание. Левицкий становится бригадиром. Заключенные не воспринимают его всерьез, а Соболев нагружает невыполнимыми заданиями. Алексей уже близок к отчаянию, судьба же неожиданно сталкивает Зину с Громовым, который приехал в Иркутск в командировку. Авторитет в бригаде. Левицкий зарабатывает после открытия способа борьбы с шами. Зина узнает о смерти матери.